В регионе состоялось пленарное заседание Общественной палаты Ульяновской области. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Александр Коробко. Вы оперативно реагируете на текущую общественную ситуацию на территории муниципальных образований области и ведете конструктивный диалог с органами местного самоуправления. Все из вас в это непростое время оказывают огромную помощь нашим бойцам, которые находятся на передовой в рамках специальной военной операции. С докладом о деятельности региональной общественной палаты за 2023 год выступила ее председатель Ирина Колоткова. Она отметила работу комиссии по техническому обслуживанию и диагностике внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На фоне взрывов газа в жилых домах в стране это было очень актуально. И спасибо вам огромное, Вячеслав Федорович, за такую активную работу и очень экспертную. Карта жителей Ульяновской области, комиссия Шишова. Мы тоже знаем, как это актуально для региона свести все в одно. И действительно, нас услышали. Работа будет продолжаться. Член общественной палаты Раис Камаев рассказал о работе транспорта. Елена Малышева – об обеспечении школьников горячим питанием. Лев Левитас – о вывозе и местах складирования снега. 6 лет уже подряд на всех площадках, на всех форумах, в ОНФ и на палате. Я говорю о том, что необходимо ввести порядок с складированием и в дальнейшей утилизации снежных масс. В этом году прямо вот показала погода, показала природа, что вопрос актуален. Главным вопросом заседания стало избрание представителя Ульяновской области в состав Общественной палаты Российской Федерации. По итогам тайного голосования назначенную общественную должность единогласно был избран Александр Луконин. Он уважаем и известен в регионе. Заслуга Александра – воспитание молодежи и сына героя, отдавшего жизнь за Россию на специальной военной операции. Сегодня Луконин работает в сфере образования, просвещения и воспитания. Главное, что видеть цели, не видеть препятствия. То есть нас в свое время так воспитали, я застал еще и комсомол, я вступал, что не важно, какими путями ты идешь, важно, когда и какой результат ты получил. И вот это самое главное для меня сейчас. Уже сейчас я поработал в 2 комиссиях Общественной палаты Ульяновской области. Уже у нас 2 идеи получились очень яркие. У Александра Луконина много планов и идей. Активист и общественник планируют привлечь федеральных экспертов и найти в Москве точки притяжения, которые позволят максимально эффективно представить интересы Ульяновской области на уровне всей Российской Федерации. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.